Манкос Уразыч – это очень большой специалист в области локомотивного хозяйства и по вопросам безопасности движения. С большим опытом человек, с большой ответственностью. И я вот с ним знаком с 2002 года, это уже почти 20 лет. В этом году будет, как мы друг друга знаем. В 79-м году пришел с армии, а уже то эту мечтал машинистом быть, увидел один раз. Машинист как ехал. Помощником отучился. С 72-м курсом машиниста в Казалинской школе. Вместе с курсантом говорю, приезжайте, давайте в институт поступим, будем учиться. Пришел в депо и начал работать. Получил третий класс, второй класс, инструктором стал, первый класс и зам по эксплуатации. Мы вместе с ним в соседних депо работали, вместе сдавали на второй класс квалификации машинистов, на первый класс. Примерно одинаково мы с ним начали с машинистов-инструкторов работу в один год. Буквально были назначены. Он очень большую школу прошел как ревизор по безопасности. Что его отличает? Въедливость, дотошность и принципиальность. Вот, наверное, три такие вещи, которые, наверное, ревизору необходимы в своей работе. Я уже не говорю о его профессиональных навыках и знаниях. ГП – это сильнейшая организация, тысячи локомотивов, ближайшие, через, вы еще увидите, через год-два, проблем никак не будет. Почему? Потому что обновление сильно идет у нас. Вот смотришь, старые уже эти локомотивы уходят, а обновление сильно идет. Два года идет, ну, самое больше три года. И здесь будет дотошная такая работа у них, у локомотива. И здесь основное направление только безопасность. Молодым, успех в работе. Чтобы они все женились, чтобы дети были, чтобы дети тоже были потом жизнедорожники, чтобы все красиво у них было.